Ребята, всем большой-большой привет, огромный. Всем большое спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии. Подписывайтесь. Смотрим наш завтрак. Сегодня у нас такой вот завтрак. Смотрите, как красота. Всего два продукта. Картошечка и сыр. Готовится очень просто, очень. Вкуснота. Посмотрите на это все дело. В середине сыр. Кому интересно, смотрим, как готовить. Ребята, что получилось у нас вот такая лепешечка картофельная. Нам понадобится только картошечка и сыр. Видите, еще горяченькие. Сырок на терочку и картошечка на терочку. Все это на сковородочке. Вот такая красота получается. Переходим к плите. Очень просто. Очень. И замечательный завтрак. Вот, ребята, аккуратненько распределяем тоненьким слоем на терочке, на тертую картошечку, тоненьким. Не солить, не перчить, ничего не надо. Вот так вот распределяем, равномерно придавливаем. На среднем огне, даже на ниже среднем. Картошку надо чистить, тереть сразу, потому что она темнеет. Вот мне там чуть осталось. Сразу. Можно прямо на сковородку. Но так не получится. Такие лепешечки на завтрак. Как деруны, похоже на деруны, но здесь ни яйца, ни муки, ничего нет. Вот так прижали. Медленный огонь. Сырочек должен быть уже натертый. Аккуратненько распределяем по картошечке сыр. Лучше не моцарелла. Что хорошо плавится. И сверху на медленном огне и сверху сейчас вторую картошечку надо натереть. И вот сверху тоненьким слоем, ничего не солим, второй слой картошечки. Сыр получается в середине. Надо не натирать заранее картошку, она темнеет по ходу. Вот им вам завтрак. Очень вкусно. Все придавливаем. Смотрите, какая красота. Солить не надо, потому что пустит воду. И будет плавать здесь картошка. Нам ее надо, чтобы она поджарилась. Хорошенько придавливаем. Накрываем крышкой на пару минут. Не солим. Пару минут под крышкой. Когда только вот так и перевернутая.
Вот, ребята, с одной стороны подрумянилась. Переворачиваем, крышкой не накрываем. А теперь вот можно посолить. Можно перевернуть пару раз, пока не подрумянится на медленном огне. И вот такая у нас красота на завтрак. Ничего сложного нету. С удовольствием. Готовьте. Все, переворачиваем в другую сторону. Подсаливаем. Если хотите, чтобы сильнее подрумянилось, вот она корочка. Держите дольше. Вот она хрустящая. Она, картошечка, не сварилась. Она поджарилась. И готова. И вот завтрак готов. Добавляем сметанку. И красота. Смотрите, какая красота. Ничего, кроме картошки, ни яйца, ни муки. Готовьте, это несложно. Все очень вкусно, все получится.